no, the one. Рэп-бит. Это фейт очевидный, победитель рэп-лиги. Ведь ты готовился к турнирке. Сводка, текст, хороший кадр, но тебя послали нахер. Пока я на лайте завалил там тараторку и прошел, а подготовить будешь что? Давай проверим, ты очередной батл рэпе, который верит, типа время покажет прогресс. Есть место не для вас, это не общага, Вася, открой глаза. Мужик, покажи хотя бы минимум мимику или флекс. По движениям ты динозавр Рекс. Это кейзет, перепишешь мой флоу, как на дом ДЗ. Прямая бочка за бэкграунд, в финале не катил. Я видал по барабанам Алисуан, а твой арсенал — это боль. Будто бы заявки рапида, видишь и не чуешь говно, хотя нет ковида. Ха, стоп, это фейт-арт, но после пару моих панчей на лице будет фейт-арт. Хочешь фат, ты лох, объясню вкратце. Вот из топ-12, ты реально топ-12, бездарь. Брось майк на пол, это газ на беду, закатай под бетон твой труп, это комбо XYZ, если парифейтил, это в 4, ведь захотел начать ты с чистого листа. Но мне не нужен Death Note, чтобы зачеркнуть тебя, пацан, оу. Это псих, себя поверил, ну реально я видел таких, как ты, всех батл-рэперов страны. Добавляет он в друзья фейт-арт, true MC, но мне не нужно рисоваться, чтобы быть им. Время молодых, но ты посыпался как дед, выиграв не до фаворита. Напоминал нам каждый бэтл, видимо подумал мы тупые, но все будут помнить твой проеб и без меня. И это типа твой путь? Ты им, наверное, гордишься. Я на этот призовой куплю себе пиццу и штанишки. Боже, как меня бесит эта агрессия, мэн. У тебя никнейм, название девчачьего аниме. Оу. Визави, закрой ебало, вызвав меня по разам. Эти звуки из подвала, ведь сам петлю завязал. В переводе твой никнейм звучит как судьба. Что за бред? Тогда победить меня точно не фейт. Точно, точно, точно не фейт. Ха. Это лишь разминка, бро. Выставляет на показ такой пафос на бите. Он вам тут не молдаван, молдавал, охренеть. Люди, вы хотя бы видели, базарит за Молдову, потом сразу за кисет. Мальчик в бабушкином свитере раздумывал на батле возродить СССР. Я Ленин, а ты кем тут был впервые? Вылез из конфы, общаться с пацанами, что понравилось тебе, Никита? Такой пук-пук, я залетел, тебя все уважают, даже будут возносить. А пара нытика в турнире потеряла свои стринги, поделись мы коллектив. Понимаешь, им обидно от того, что бухой чел проорался с них на стриме. Прописка, не переживай, ведь ты расположился прямо под кроватью, будильник где-то в 6 утра, крикни. Yeah, I'm the one. О, мол, не молодой, молодой гвоздь. О, мол, не нос на дорогу домой. Валя прямо с батла, все ребята в шоке. Говорить не надо, тявка, что я молота. Раскидывает трупы, хэй, какой-то бессмело. Тогда я тебя кручу, как вот эту штуку слева. Да в моей заявке тоже много ерунды. А ведь раньше ставил цель, я был рад за ней идти. Кроме много смелости не стало ничего. Хотя всего лишь год назад четко видел ориентир. Теперь меня услышали, и все, что я хочу, вспомнить лучшие моменты в себе и совместить. Yeah. Челик, скажи, ты тупой или гей? Иначе как объяснить, что молдава не сосали просто везде, кроме Лёши, GS, Реймин? О, ты с этим временем пришел на рапид. Честь народа отстаивай, ты заранее слил. Либо из 10 сказал бы тебе то же самое. Раунд.